Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 27 лет, я художник. Я вдохновляюсь самыми разными прекрасными вещами на этой планете. Это музыка, это чтение книг, это танцы, пение, прогулки и общение с прекрасными людьми. Все это меня вдохновляет создавать что-то новое, свое. Интересное. Также я люблю смотреть работы других художников. Это меня тоже очень вдохновляет. Мне нравится, что в рисовании мы можем уйти от мира логики и погрузиться в свой мир ощущений. Мы можем общаться с помощью картин, передавать свое настроение. Также можем помогать людям с помощью этого прекрасного вида искусства. Сегодня я хочу представить вам свою картину. Называется она «В глубине». Выполнена она ручкой. На ее реализацию ушло около 3 недель. Я перепробовала кучу разных техник. Я рисовала маслом, пастелью, гуашью, тушью, карандашами. Сейчас я увлекаюсь графикой. Я считаю, что рисование — это такой безграничный ресурс, где можно найти для себя что-то прекрасное, использовать много техник, смешанных техник для того, чтобы выразить то, что ты чувствуешь, и свой взгляд на этот мир, создать что-то поистине прекрасное и вдохновляющее.